меня есть хороший хлебушек зерновой. Я думаю, тебе такое можно? А то я коняшек-то не знаю. Так, сейчас на лыжах к тебе подъеду. Коняшка, будешь хлебушек? Ну-ка, кто будет хлебушек? Иди сюда, иди сюда. Будешь хлебушек? Ну, иди, иди. Ой, слушай, мне кажется, я никогда не кормила. Ну, наверное, никогда не кормила лошадок. Ну-ка, кто будет хлебушек? Кто будет вкусный хлебушек? Ой, на, будешь? На. Я не знаю, как давать коняшкам хлеб? Я не знаю, ты будешь хлебушек? На, будешь? Ой, господи, я сама испугалась. Ой, ну на, держи, держи. Ты аккуратная лошадка? Я тебя сама боюсь. На, ну держи. О, ну упал хлеб. Держи. Ой, прости, я не умею. Ой, ой. А, ты хочешь? Давай достану. Так. Ну вот куда тебе положить? Давай, мы сейчас с тобой. Ой, ты как она лапкой делает. Ну я боюсь. Ну бери. Я не умею. Ну бери. Ну бери. Да господи. Две пугашки. Давай я сюда положу. И ты возьмешь. Хорошо. Ой. Да пш. Ой, господи. Кормление коня называется. Слушай, а давай, может быть, так надо держать? Давай вот так вот я дам. Ну на. Ну а вдруг ты мне палец съешь? Давай.